Я хочу поздравить Люберецкое районное телевидение с замечательным праздником, с юбилеем. Это уже какая-то значимая дата, и, конечно же, есть результаты. И мне, конечно, как певице, как руководителю школы-студии эстрадного вокала «Геометрия успеха», как директору фестиваля «Приди и пой», очень приятно, что телевидение всегда проявляет внимание ко всем нашим проектам, к нашим действиям. Это огромная благодарность. И, конечно, что мне хочется пожелать, это дальнейших успехов. Всегда такой же вот оперативности, как у телевидения это всегда происходит, реакция на различные интересные события, чтобы они поддерживали, конечно, культуру, творческих людей. И вам всех благ, здоровья, радости, дальнейших успехов. Ну и всего самого наилучшего. Спасибо вам.